Сидни. Подсобрал машину, сейчас испытаем. Снёс вражину!
Я тебя не слышу, у меня из босса фугата. Будильник работал, надо еще крафт поставить. Что-то я говорил? Бывает. Ну, я еще неплохо набрал третье место, хотя первым сдох. Привет. Привет. Здорово. Че вы там играете? Салка-то. Я презентацию. Мочи этих тварей, Утомил. Давай, ребята! Чего? Утомил, говорю. Кто? Красава. Да нет, просто поиграть в одиночку я тоже должна. А чё, слушай, чё там с управлением, с ховерами сделали? Чё-то какую-то херню. Там есть специальная галочка, не сделала это управление, чё-то задний ход. Это сделали всем ходовым. Да. А как вот вернуться к старому режиму? Галочку поставить в настройках эту. Ну как где, скажите, где? Настройки, геймпад. Так, геймпад вижу. Так. Управление, да? Так, и где тут? Настройки. Управление, настройки. А, настройки, настройки, так. Интерфейс, инверсный поворот. О, инверсивный поворот. Так, копаем еще одну яму. Блять, распихали-то куда? Да я на минуту нашел. Галочки не стоит, надо поставить. Да-да. Дерьмище, короче, сел на ховер, играю, как и начинаю что-то там задом анализировать. Там как поехало, блядь. Ну все, все, я буду. Бегут, как крысы с тонущей баржи. Давно не виделись, здравствуйте. Вай, кстати, ты видел этот прикол? Какой? Сейчас кину тебе в личку.
Молодец! Заметил прикол? Сейчас не смотрел. Или ты вообще в бою? Нет. Последнего завалим. Ну, тебя в лишку скинул. Так, я не вижу, где как смотреть это вообще. Ну, там я тебе чертеж в лишку скинул, видел? А, в смысле, в игре? Да. Что-то колесо какое-то вижу. С колесом что-то связано. Ты потестируй, как оно стреляет. Типа это для Мандрагора или что? Нет. А, потестируй, зайди в тест-режим. Задача такая. Захватить вражескую базу и самим не сдохнуть. А откуда оно стреляет? Поверни камеру, посмотри, откуда оно стреляет. Проблемы с коллижной моделью дальнобоя. Кто об этом знает? Нет, это вообще проблема с коллижной моделью. Не, просто в других в других машинах ты не запихнешь. Об этом кто-нибудь знает? Да многие знают. А если мне будут стрелять в кабину, то как бы ничего не будет, да? Ну да. А колесо заднее, оно обязательно? Да. Весьма точно, уважаемый. Ну, нужен КМ. Замочил, Гасло! Замочил! Прикольно, да? Угу. То есть это всего лишь две осы, но это две осы, которые не отобьешь вообще никак, по сути, ну, покуда не сломаешь гусеницу. Подвиг, но результат неплох. Технически можно отбить сплэшем большим. А там под ним... Собьешь? Под ним этот... под ним тяжелая рама. Тяжелая рама поглощает 50% урона от сплэша. Сами волосы-то липкие. Если большой сплэш, мы можем... Замочим всех и делаем! Ну, у осы... Прочность 55. Плюс прочность... Плюс умножить на 2 раза, потому что 50% поглощается типа этим. То есть это... 110. Плюс-минус расстояние от сплэша, то есть... Ну, то есть... Да хрена, это уже пара попаданий мамонта прямо типа под прямо под осу, чтобы ее оторвало. Это что прикольно, да, в этом в тяжелой раме. Тяжелая рама блокирует урон. Шмальнул, так шмальнул. Что-то понравилось кататься на быстрее. Да гоняется. Как тебе, Вай, прикольно? Да, я посмотрел. Не, ну понятно, что посмотрел. Офигеть, да?
прижмет. Забыли.